В кинотеатре «Терек» с успехом прошла премьера российской комедии «Смешанные чувства». На показе присутствовал один из актеров, наш соотечественник Вадим Цалати. Его появление в начале фильма зрители встретили аплодисментами. На показ пришли не только заядлые киноманы, но и родственники Вадима. Поэтому актер назвал премьеру домашним просмотром. Сыграть роль в картине «Смешанные чувства» предложил друг, режиссер Георгий Малков. Это первая полнометражная лента в фильмографии Вадима Цалати. Ну, о картине, значит, два совершенно разных человека. Один хулиган, бывшая звезда 90-х, а другой правильный такой ботан. И они начинают чувствовать одно и то же. И, то есть, два совершенно разных человека, и с ними происходит одно и то же. И вот как они на это реагируют? Кому-то это нравится, кому-то не нравится. С премьерой актера поздравили представители Министерства культуры республики. Аким Салбиев предложил Вадиму Цалати приехать в Северную Осетию с театральным проектом. Сам же актер поделился своей давней мечтой – переснять Фатиму. По его словам, для этого нужна хорошая команда с опытом. Однако Вадим Цалати уверен, уже через несколько лет в республике появится хорошее кино. Залина Губурова, Мадина Базаева, Ацамаш Шипшев, Осетия ТВ.